при поддержке портала TruePicker. Все, что тебе нужно знать о Dota 2. Соскучились по топам? Знаем, знаем, соскучились. Но у нас было много дел. Выставки разные, кредит за машину нужно было отдавать. Так что не смеем вас больше томить. Усаживаемся поудобнее, запасаемся всем необходимым на ближайшие 5 минут и поехали. Does not commute. В игры вроде этой вы еще точно не играли. Спорим, как бы ее так описать правильнее? Does not commute представляет к услугам игрока маленький городок. В городке много разных жителей, и все куда-то спешат на своих авто. Да, это почти симулятор Москвы. За один ход нам дают управление ровно одной машины. На ней нужно проехать определенный отрезок города за минимальное время. Далее другим персонажам и другой отрезок. И еще раз. И еще раз. И еще раз. День сурка какой-то. Суть в том, что уже через 2 минуты на экране вашего смартфона творится тотальный хаос. Потому что все персонажи, которыми вы недавно управляли, уже носятся по карте. Помимо необычного геймплея, игра обладает довольно приятной картинкой. Рекомендуем любителям всего оригинального. Dash Till Puff. Любители бодреньких психоделических платформеров, вы тут? Просто эта игра как раз для вас. Суть Dash Till Puff предельно проста. Вот ваш главный герой Колобок. Задерживаем палец на экране, он поднимается вверх. Отпускаем, он падает вниз, а быть может и нет. Дело в том, что в этой игре с десяток разных уровней, в каждом из которых физика Колобка изменяется. Как бы там ни было, глобальная задача, конечно же, уклониться от абсолютно всех объектов на уровне. В отличие от других платформеров, Dash Till Puff иногда можно даже отдыхать, поскольку наш Колобок умеет кататься по полу. Сами же локации, причем из любого раздела, очень насыщенные и напоминают слетевшие с катушек обои на рабочем столе вашего гаджета. Напоминаем, что видео подготовлено при поддержке портала TruePicker. TruePicker – уникальный информационный ресурс о Dota 2. Самые свежие гайды и наибольшая галерея комбо-связок от дотеров со всего мира, не имеющий аналогов конструктор команд. Ссылка на портал в описании под видео. Track Driver 3D Off-Road. Вполне вероятно, что вы видели на YouTube какой-нибудь ролик про мега-опасные дороги в Индии или Перу, которые буквально нависают над ущельями. Разработчики Track Driver точно видели. Их игра именно об этом, точнее, о перевозке грузов по очень узким дорогам. Ошибок тут не прощают. Один неуклюжий поворот руля, и вы летите в кювет. Да еще и водителя вашего придавит, чтобы вы даже не сомневались. И даже резкое торможение может привести в этой игре к очень плачевным последствиям. Очень-очень жестоко. Немалое количество трасс, машин, хорошая картинка и возможность поездить с видом от первого лица дают нам право смело рекомендовать эту игру к прохождению. И смотрите, не наедьте еще на оленей, они тут тоже есть. Archery Master 3D. Готовы пострелять? Тогда вы по адресу. Стрелять будем из лука по мишеням. Archery Master предлагает довольно простую, но в то же время занятную механику. Тапнули на экран, натянули тетиву. А вот дальше прицел начинает ходить ходуном по экрану, тем самым симулируя, наверное, веселый вечер и тяжелое утро нашего лучника-героя. В общем, нужно изловчиться так, чтобы когда прицел, по вашему мнению, будет подходить к десяточке, шмальнуть по цели. У нас получалось не очень часто, а вот девятки выбивали. Игра довольно часто, мы бы даже сказали в хаотичном порядке, включает слоу-мо, в котором демонстрируется полет стрелы к цели. Чего Archery Master не хватает, так это онлайн-заруб, а также обнаженных дев, стоящих вокруг мишени. Но это, как вы уже поняли, субъективное мнение одного автора-извращенца. UFC. Не хватало на Android игры про бои без правил. Не хватало. UFC от EA Sports предлагает полный список лицензированных спортсменов и полный спектр всех приемов, включая захваты и удушения. Но некоторые моменты остались для нас непонятны. К примеру, в то время как анимации спортсменов адресованы достаточно хорошо, местная картинка оставляет желать лучшего. Она какая-то замыленная и нечеткая. Элементы прокачки реально существующих бойцов также выглядят смешно. Они ведь на то и реальные, и тем и ценны, что у них есть какие-то уникальные параметры и способности. Но если при упоминании какого-нибудь Александра Густавсона вы начинаете бегать по комнате как невменяемый и орать какие-то глупости, то вы сможете закрыть на все это глаза. Не забываем заходить к нашим друзьям на портал TruePicker, а также оставлять комментарии под видео и писать, какая игра пришлась вам по душе больше всего. Один счастливчик получит от нас один мегазагадочный приз.